Компания «Санаториумс» является вашим персональным помощником при выборе санаторно-курортного лечения. Мы находимся на курорте Марианские Лазни в Чехии и сейчас для вас проведем видеоэкскурсию по спа-отелю «Excelsior». «Excelsior» расположен в центре Марианских Лазней на главной улице, 600 метров от центральной курортной колоннады. Менеджер по продажам Ленка Фойтикова. В отельном бизнесе работает с 1990 года. Пани Фойтикова, расскажите, пожалуйста, о особенностях отеля «Excelsior». Отель «Excelsior» предоставляет гостям свои услуги с 1871 года. Превыше всего в нашем отеле ценится сочетание традиций, современного оборудования и качественного обслуживания. Мы предлагаем гостям эффективные wellness и лечебно-оздоровительные программы, комфортные номера трех категорий, приятную домашнюю атмосферу, и все это в нескольких шагах от курортной колоннады и поющего фонтана. Все без исключения услуги и удобства гости получают в здании отеля. Поскольку отель «Excelsior» расположен в самом центре Марианских Лазней, в дневное и вечернее время гости легко найдут себе развлечения по вкусу. И мы будем рады вас видеть в нашем отеле «Excelsior». Двухместный номер. Площадь данной категории от 20 до 34 метров квадратных. Номер состоит из прихожей, совмещенного санузла и спальной комнаты. Здесь установлена большая двухместная кровать размерами 180 на 200 сантиметров. При необходимости ее можно раздвинуть. Гостям также предоставляются халаты и тапочки бесплатно. Имеется телевизор, в том числе и с российскими каналами. Под телевизором установлен сейф. Холодильник с мини-баром, отмечу, что он за дополнительную плату. В некоторых номерах данной категории есть балкон. Давайте на него посмотрим. Вот так выглядит балкон. Вид открывается во двор или на улицу. Во всех совмещенных санузлах данной категории установлены душевые кабины, есть фен и набор полотенец. Подключение к интернету по сети Wi-Fi для гостей бесплатно. На полу ковровое покрытие. Разрешено проживание с вашими домашними животными за дополнительную плату. Нет системы кондиционера и климат-контроля. Мы увидели, как выглядит одна из категорий. С остальными можно ознакомиться на нашем сайте, на страничке спа-отеля в разделе «Номера». Там есть описание, фотографии, а также видео. Кушают гости в ресторане, расположенном на первом этаже здания спа-отеля. Сейчас мы поговорим с шеф-поваром и узнаем подробнее о питании. Шеф-повар ресторана Ярослав Беранек работает в области гастрономии с 1988 года. Ярослав, расскажите, пожалуйста, как у вас проводятся завтраки для гостей и какие напитки подаются? Завтраки у нас проводятся по системе «Шведский стол». Такие продукты, как овощи, мясо, рыбу, молочные изделия и продукты из зерновых культур мы стараемся закупать у региональных поставщиков. Число предлагаемых на завтрак холодных закусок входит в несколько видов сырных и колбасных нарезок. Намазки из творога, паштеты, свежие запеченные овощи, овощные салаты, сосиски, бекон, фасоль. Соль, яичница, круассаны, десерты собственного производства, фрукты. Из напитков предлагаем несколько видов сока, кофе и чай, горячий шоколад и воду. Ярослав, а как проводятся обеды и ужины, и какие напитки гости получают? Основные блюда на обед подаем согласно выбору из меню. К ним подаем суп и несколько видов салатов. Гости всегда могут выбрать из трех видов блюд. Ужины, как и завтраки, проходят в виде шведского стола, для которого всегда готовим три мясных блюда, рыбу, различные гарниры, два супа, овощи и салаты, десерты и фрукты. Напитки на обед и ужин гости могут выбрать из меню за доплату. Готовите ли вы гостям диетическое питание? Можем готовить некоторые виды диет после индивидуальной договоренности с гостем.
спа-отеле есть собственное лечебно-оздоровительное отделение. Сейчас мы поговорим с врачом и узнаем подробнее о лечении здесь. Отмечу, что сюда не подведена минеральная вода из источников. Врач спа-отеля Excelsior Вадим Марван. По специальности уролог и реабилитолог. Общая практика в медицине с 1993 года, а в Марианских Лазнях доктор практикует с 1998 года. Расскажите, пожалуйста, с какими заболеваниями или группами заболеваний могут гости приезжать в ваш отель? У нас большой опыт лечения, успешный опыт лечения пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями почек и мочевыводящих путей, заболеваниями дыхательного тракта, желудочно-кишечного тракта. Это из главных показаний. Также у нас очень успешный большой опыт лечения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. А какие процедуры и методы вы используете для лечения данных патологий? Давайте пройдем в лечебное отделение, я вам там об этом расскажу. Мы с вами находимся в медицинском отделении. Здесь используем современные аппараты для физиотерапии. Неотъемлемой частью курортного лечения является питьевое лечение. Для питьевого лечения используются различные источники. Источник всегда назначает врач после осмотра пациента. Для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата используем различные ванны. Это углекислые ванны, жемчужные ванны, грязевые ванны. Все зависит на индивидуальных показаниях конкретного пациента. Всегда эти ванны назначает врач. Также, конечно, используется тепловая терапия. Это грязевые обертывания. Используем газовую терапию. Это специфическая терапия Марианских Лазней. Для этого используется медицинальный газ или природный газ. Этот газ улучшает кровообращение. Очень хороший эффект у пациентов после инфаркта миокарда, у пациентов с гипертонической болезнью, у пациентов после инсульта. Тоже эта терапия улучшает диурез и улучшает кровообращение в почках. Газовые уколы – тоже процедура, которая родилась в Марианских Лазнях. Это такая гениальная комбинация ориентальной медицины, акупунктура китайской медицины и газовой терапии, которая используется сегодня уже на большинстве чешских курортов. Используем самые современные аппараты для электротерапии. Ультразвук также для лечения пациентов с отеками лимфатического происхождения. Это аппарат для лимфодренажа. Для лечения дыхательных путей используем ингаляции с природным источником. Очень хорошая комбинация сухих газовых ванн с оксигенотерапией. Сухие газовые ванны улучшат периферическое кровообращение, а кислородная терапия, оксигенотерапия додаст дополнительный кислород в кровь. Также парафин для лечения малых суставов, например, суставов на руках. Используются парафиновые ванны. Делаем различные виды массажей. Классический массаж, рефлекторный массаж. Гости могут парковать свой автомобиль на охраняемой парковке на 14 машиномест. Данная услуга предлагается за дополнительную оплату. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал в YouTube и следите за обновлениями авторских видеороликов, а также наших социальных сетей. И бронируйте спа-отель Excelsior по лучшим ценам и условиям на нашем сайте sanatoriums.com.